Добрый день всем! Сегодня такое сумасшедшее видео. Значит, будем взрывать капсули. Это специально для тех, кто там не верит или еще что-то написал. Значит, что я буду использовать? Это нам будет не нужно. Вот такая выточенная штучка. Вот такой саморез, я его положу шляпкой, чтобы выпирало. Сюда ставим капсуль CX2000, вот еще с лаком старого образца. И сейчас мы его рванем. Вот так это все будет устанавливаться. То есть, мне написали в комментариях, что выбивать вот этот центробой, мы его тоже взорвем, опасно, мы боимся. Центробой следующий. Сначала рвем CX. Сразу скажу, у меня они взрывались. Все руки, все целое. Ничего не случилось. Ну, как-то неудобно, конечно. Он играет туда-сюда. Все, ребята, руки целые, лицо целое, гильза, конечно, закопченная. Вот он взорвался. Далее, вы слышали, какой хлопок. Я ставлю сюда прокладку, потому что у меня гильзы все железные, заряженные, я не могу сделать... Сейчас разобрать гильзу, потому что там пыш. Далее, капсуль центробой, вот эта штучка нам уже не нужна. Просто положу сюда пластилина, чтобы одеть иголочку. Еще раз говорю, я не могу просто сейчас стрельнуть этот капсуль, потому что железные гильзы у меня, они все заряжены. Что я делаю? Вот такой, такая игла, которая плохо накручивается, но все же накручивается. Все так же, как я говорил, наливаете воды, ну, неважно там сколько, капсуль, центробой. Это к прошлому видео, как раскапсулировать. Вот так я его просто одену. О! И туда его хлопнем, так сказать. Все. Выстрела даже не было. Просто вон, дымок пошел и все. Ребята, я как бы не знаю, вон, сажа вся, пожалуйста, вон он, капсуль выпал. Чего здесь бояться? Вот расскажите. Даже пшика не было, не знаю. Вот такое видео.